Добрый день, уважаемые друзья! В последних своих видео я тщательно разбирал наиболее важные в подготовке рывковые упражнения. Начиная с этого видео, мы будем учиться с вами делать правильно толчковую подсобку. Сегодня мы разучим с вами взятие на грудь с запрыгиванием на возвышение. Прежде всего, нам понадобятся две таких резиновых пластины, либо два диска от штанги. Поначалу старайтесь избегать фанатизма и брать небольшие возвышения примерно по 2 см в высоту. Исходное положение и ширина хвата, как в классическом взятии на грудь. В тяге старайтесь производить съем ногами, очень хорошо прижать штангу к себе после коленей, а также резко уйти вниз, подворачивая локти вперед. Лично я как тренер обожаю давать данное упражнение своим новичкам. Данное упражнение отучает новичков от привычки протягивать штангу руками на грудь, а также приучает освобождаться от помоста ногами в фазе безопорного подседа. Тем самым формируется хороший уход и умение освобождаться от штанги. Данное упражнение можно использовать как разминочное, так и основное в тренировке. Новичкам рекомендую выполнять с весами до 65% от взятия на грудь до 4 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Всем здоровья и удачи!